Горки, так. А, вот, вижу, понял. Ага, да, он кровоточит. Все, я его вроде перевязал. Да, да, кровоточит, я вижу. Кто в доме? Он помер, что ли? Нет, кровоточит, блядь. Все, перевязал. Какой это зеленый? Кто в зеленом шлемаке? Мы все в зеленом. Где, где? Наша. Смосинка это вроде наш, это куда наш. Куда я прибежал? Наш. Куда я прибежал? Это первый дикий, блядь. Какой дом? Ну, двухэтажный такой, двухэтажный с мансардой. Тимоха, ты где? Я тут с парнями. Он отошел, не убивает. Так тут кто-то бегает, короче, с мосинкой, с мотоциклетным шлемом. Мочи его, короче. Мочи. Убежал он, убежал. Я думал, наш. И стал в каком доме? В красном Кемперс. Ой, в красном полторушке. Сразу возле полицай, ты увидишь. Марк, тут. А ты забеги, Эльдар, возьми рюкзак и винчестер, там лежат в этом доме. Я, короче, в кепке с ранцем и в Адидасе. В куртке. Школьник, короче, был. СВДшка наша. Кто подбегает? И это я сейчас в дом вот этот бегу, походу. Ты стрелял? Нихуя себе ты, блядь. Нет, я-то в тот дом. Тебя убили? Нет, я убил. Молодец. Я в Алкунсе, забегай быстрее. Сейчас. Главное, чтобы ты там один, чтобы он там один был. Я забегаю. Не, ну я так хочу. Ай, блядь. Блядь. Рюкзак упал на них, еле перешагнул через него. Бегу. У тебя там перевязка есть? Да, лежит там в сумке, в портфеле. Если не заруинили. У меня физуха там есть. Ты чё, я эти нихрен не сущу. Правда, я не скоро буду, я под прикр. Бля, меня слышно вообще, не? Да, иногда, да. Иногда слышно. Бля, у меня микро... Ой, ебать, по мне шмаляется. Я походу уже не выжил. Ты не добежал, да, Эльдар? Перевязываю ее тебя. Физух влей скорее. Бля, такой сервак, он так все долго делает. Да, есть такой, Эльдар. Подбешивает, да? Я уже перевязал, он все же... Меня высветил, что батл клиент, глобал админ. Я тебя перевязал. Да. Перевязал. Батл, ты, наверное, умер. Стас. Да. Ну, я его не с хули. Да, наверное, хуй знает. Может, он умер, а показывал, что не умер. Потом, видишь, заглючило что-то еще, блядь. Пиздец, блядь. А кто там прибежал такой? Кто-то еще, что ли, да? Да, тип какой-то с автоматом прибежал. Да ты че? Ну забирайте, короче, Эльдар, забирайте все. Давай, забирайте. Вылетел, да? Ни хрен его знает, мне пишет, что батл клиент глобал админ. А ты физуку залил? Перевязал, пишет, я типа успешно, и ты живой. А ты проверь пульс. Бля, ну это баг такой есть. И вроде жив, а на самом деле мертв. Ты попробуй физуку лей. У меня, главное, бинт в руке, я его перевязал, у меня перевязка в руке по-прежнему. Прикол, пиздец. Сейчас там разлагается, станет ясно, что происходит. Сейчас, короче, пойду покурю, что? Ну сразу залутайте меня, и того типа залутайте, я там кровать. Да какой-то тип лежит. Да, я ж убил его. Нет, еще один. Понял. Это Паша лежит. Да я. Точно? Что тут за... Да. Да блин. Ты убил уже? Держи дверь. Паша, ты живой? Держи дверь, чтобы кто-нибудь зашел. Я, блядь, живой, что я отходил, я тебе сказал. Туда что, тело забежало, Стас, или что? Да, Стас его завалил, вот Стас лежит, непонятно, живой он, не живой, непонятно. Есть. Физухи влил, Дэль? Да, есть этот эпинефрин? Есть. Вот вкалывай давай Стасу, или мне, да, я пока ты это самое, держи. У меня сегодня такая длинная полоса банклин, тут, бля, может не выжить. Он может даже встать при вас, а потом упасть. Да, я сделаю. Все, плееру делаю. А не, он живой. Если он не теряет кровь, он не умрет. Хорошо. Это может баг игры. Это такое тоже было. Когда батл клиент этот пишет вместо Анкунсии, да? То там что-то какая-то беда. Не, все нормально будет, и главное не ливай. Все, это пишет
кого-то, например, кикнуло, и у тебя перебивает эту чепуху. А что нам вместо Роман Кунси посередине? Все, встает, а все встал. Он отошел, да? Сейчас он говорит. Он на середине пишет, чехом, потому что типа просто кого-то кикнуло, и у тебя эта надпись чатовая вылетает. Угу. Это означает, что ты умер. О, вижу двух чуваков, которые из Надежды убегают. Какую сторону? Куда? В сторону новоселок по горе, которая ближе к новоселкам. Не Точнее, нет, ближе к дубкам, которые. Войну рванули вы нахуй. Надо было сидеть в лесу, слышь, Паш. Хелик охранять, блядь. Так, я уже почти у полицейки. Да Стас, блядь, стоит, нахуй, а ты нашел время, блядь, отходить. Убили его, ёбаный. Кого? Блядь, Стас убили меня. А вы убили сейчас всех? Стас убили, он стоял, АФКшит же. Ну, пошел курить, блин. Я около полицейки, вы где сидите? Я еще не могу проползти из-за того, где сидите-то? Держи, да мы в морковном доме. Паш, держи. Где сидите-то? Тихо, заходит к нам. Парни, вы в оранжевом... Да тихо! В морковном доме, да. Да тихо, ты понял, сейчас они повоюются. Да я рядом, главное. Да похуй. Это ты возле морковного дома? Я рядом тут с вами. Это вы? Чем, мы там наверху. Сука, какой-то, блядь. Кто с оранжевым рюкзаком? А, это вы? И салатовый в кепочке. А? Пашу убили тоже сверху. Что, убили вас, да? Да ты, блин, Стас, зачем ты ушел? Тебя подняли и тебя убили, короче. Я ушел, ты встал там и стоял, как, сука, тополь, блядь. Потом там все заблокировалось трупами, там невозможно ни выползти, ничего сделать вообще, блядь. Охуею. Я хотел М-ку твою хотя бы взять, блядь, и сидеть там не смог, потому что там трупы эти лежат, ебать. Пиздец, короче, тут обстреливают, я не знаю, я тут... По мне стреляют. Тимоха, ты, конечно, красавец тоже. Раз пять повторили. Ты забегаешь в морковный дом. Я тут рядом что-то. Я тут рядом, блядь. Забегает, открывает двери, на. А хули он начал меня стрелять? Ни хера себе забегает, блядь. Пипец, я сейчас разлутать-то никого не могу. Тут обстреливают в окна прям. Все, меня убили. Он знаешь где? Тимох, ты живой? Угу. Он, короче, в этом доме, куда я первый раз забежал, на мансарде сидит. Чего стреляет? Да я сейчас стрелял, смотри. За забором. А где конкретные машины? Да, вот он, здесь вот, у меня. Уезжай. Поехал в электро. Понял. В электро откуда, блин? Со стороны завода. Волга. Едет к берегу. О, хорош. Полицейский участок едет. А, чё, мы ж и на никто не бежит. Встречайте возле полицейского участка. А мы не возле полицейки. Если она поедет в сторону Камышова, мы встретим. Мы не со стороны Черной, если она поедет туда. За Волга к вам едет, к вам. Понял, я тут... ЦЗ, кто там бежал? Никто не бежит? Вижу Волга, Стас, давай работаем, работаем. Тимоха, если забежим. Включайте Волгу, за ним. И байк она быстро, блядь, проехала, блядь, ёб твою мать, блядь. А ты ж в белом халате, да? Я в белом халате. Волга, она врезалась. Ебать, там заряженные чуваки, блядь. Тимоха, ты где? Это вы убежали справа, да? Там заряженные возле Волги. Я на СЗ. Смотри, там заряженные возле Волги. Оббегают бетонку. Сейчас иду. Я в пустошке колесо еще. Один лежит. А еще один убежал в этот. Забежал за бетонку. Вон он, вижу. Я бегу туда для разведки. За ним кипарь. Кепки бегут какие-то, белые. Я в белом халате, где-то я. Там еще кто-то бежит. Еще один, да, здесь еще один кипарь. Я Волгу лутаю. Там один второй, тачке. Второй где делся? Второй, блядь, за сараем, за сараем. Забрал ребят. Забрал. Кровоточит, все, готов, нахуй. За сараем справа, короче. Так что за кепка, ты, да? Это я.
Ты возле Волги? По сараем, Стас, я, таким я маленьким, сараем. Короче, сидит. Вон я он, блядь, справа. Я к Волге подбегаю. Кто стреляет? Вот колоточек. Я вон за сараем, вон вот там, горки, да. Вот горки, с топором, кто это? Готов, блядь, один. Отлично, отлично. Ну ебашь-то. Еще кипарь, кипарь, смотри, вали его, вали. Блядь, я в Анкунсе, ёб твою мать, нахуй. У меня есть этот, у меня есть этот, если ты его убьёшь, блядь. У меня пенифрин есть, блядь. Какая там кровоточина, как он возле меня, блядь, их там трое было вообще в машине. С тебя. Кто это, свои? Не берется, оружие не берется. Иди здесь возьми. Там тупо кепка. Стас, убей кепку, пускай он мне колет, блядь, и пенифрин. А где кепка? А возле нас там бегает, за бетон за ним, возле железной дороги. Блядь. Ага, все понял, понял. Ты перевязался? Блядь, я в Анкунсе, как я перевяжусь. А кто дерется? Две кепки дерутся. Да я дерусь, помогай, черного вали, черного иди, вали. Отбегай, отбегай, Дарья, отбегай. Я скажу, надежды за бой, всех перебил. Давай, перематывай. Да я нормальный. Это кто лежит? Блять, я там. Это свои лежат. Пиздец, можете меня перемотать? Там одна ебаная кепка осталась, блядь. Мы там убили тех чуваков с Волги. Их там вообще трое. Бинтую тебя. А второго бинтуете, то есть лежит? А, это труп. Ну давай. У меня там еще израствор был, блядь. Это, а надо чуть подождать. О, все, перестал. Короче, колю и пенифрин. Давай, хорош. Потом морфий сразу могу. Один там за сараем лежит по-любому. Они там все. Все, очухался? Да, хорош, спасибо. Тимоха возле нас бегает. За этим. Возле нас кипарь. Встал, встал, убегай, 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 убегай. Убегай, убегай. Смотрите, там, где вы в заборе сидите, она сейчас это. Он бегает возле моего дома. Убежала, убежала. За, сзади, 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 сзади. Есть? О, напротив нас, прям напротив. Напротив, нас. Да? Наверху сидит, да. Вон он выглядывает, смотри. Попал. Забегает. Ходит. Я убью, по-моему. Коль, подвинься. Не, кто-то бегает, слышь. Он с белой повязкой. Он. Угу. Тут их двое, двое, двое. В Анкунсе, там их двое. Давай кто-то еще, туда, идите, да, да, будете, я там, я по одного убил, там тёлка сидит. Ты бы сказал, блядь, я по тебе стрелял, блядь. Ёб твою мать, нахуй, в натуре ты там? Заходи. Да. Нам, блядь, всё, что прикал, я в Анкунсе лежу. Я на втором этаже. Смотрю в окна. Тёлка смотрит в окно и по мне. Вали, вали. Я ложу. Я подхожу, я. А он где? Где другой? Что, ты чё не того? Я что переубивали? Когда папа не убил, нет? Нет, нет, мужик. Там баба, наверху еще баба. Ща, я гранату кину, погодите, отойдите. Да, блядь, я там в Анкунсе лежу, не кидаю. А, ладно, понял. Подожди, не надо, Валя. Я на втором этаже, блядь, лежу. Я стрелял там зомби. А что-то со второго этажа, короче, да, там ты стрелял? Вы где вообще находитесь? Блядь, там на самом последнем этаже лежит. Я, блядь, там мужик убил, пиздец. Они там смотрели, блядь. Слышали по-английски тот говорит? Да, этот говорит, блядь. Чёрт, да. Убил. Вы на самом верху. Да, он там. Перевяжите меня, ебать копать. Мы там за. А я.
Умер, да? Да? Сейчас. Там на самом третьем этаже два типа было. А вон... Чё-то около нас. По дороге, слышь, плывет, блядь. К зеленому кемперскому подплыл, блядь. Да, у нас тут рядом. Валь, ты слышишь? Да, возле, вот. Возле зеленого входа. Дома плавает. Да. Голова я. Чё делать-то, блядь? Стреляй. А там вон же шитер. А у нас Саня, где манекен? Пакью. Это я стреляю. Кто стреляет? Нет, я не по кто тебе, я не по тебе. Слышишь, типа, Коля говорит это, что... Будет что показать, да? Ага, как плавун минус 4 сделал. Тут война на минах, на растяжках. А кто бежит? Коричневый, зеленый, да? Ребят, я возле пожара. Так, ага. Ща. Ждите. Черный негр, во всем черном бандит, короче. Нет, это льда, Ромин. Кто бегает туда? Кто бегает? А еще это Валька там еще лежит. Бля, я не достаю, поэтому. Унсик. Эй. А кто там? Не могу. Где оно? Да, это я. Где? Кто бежит еще? Возле трупа кто стоит? Это мой. Там еще кто-то побежал. Тихо. Тихо, ты Валька говорит. Подожди, это Валька, ты? Убивай типа вот этого. Черный негр, Валь, ты? Тот второй. Не слушаю нихуя. Валь, говори. А это я. Еще кто-то третий был за остановкой. Я. Остановка, я говорю. Кто со стороны? Валя, это ты? Валя, подожди, не стреляй. Валя, это ты, что ли? Ловко, я. А, понял. А кто с оружием в руках? Кепка какая? Все, бля, слава богу. Ты ранен. Это мой был. Да. Я еду на машине. А я же с рюкзаком в черный приходил. Куда? Нет, не мы. Я ходил по лестнице. О, кто-то бегает, бежит. Около нас, да, около нас внизу. Первый стрелять, отлично. Кому? Дикому. Да. Я вот в цинк положил, там вода. Больше нету. В какой цинк? Давай. В каком доме, слышишь? Да не выходи ты. Да, напротив. А кто там? Давай. Убивают. Я вот тут. Он наверху. Блин. Плавает. Кто тут глушитель стреляет? Я туда стрелял, не знаю. Стас, ты бежишь, да? Да. Куда? Сюда? Я зомби убил, чтобы не мешал нам. Где? Это вот сюда. Да, где-то тут, слышишь, плавает. Он прям прыгает. Все, готов. Красавцы. Зомбак. За остановкой свои, да? А где он? Вот он, вот лежит. У него АК модернизированный. Кто стреляет? По зомби стреляет. Я его не вижу. Откидывайте оружие. Выкидываю все с него, блядь. Бьют, а ну выйди на улицу, пожалуйста. Посмотри, вот я буду стрелять вот так вот. Видишь, у меня ствол торчит с этого, с текстур. Посмотри. Да, торчит. А если я нам выстрелю, кепка бежит. Откуда бежит? Да, я смотрю. А, вижу. А я внизу. Залутыш, бежит. А на мясо пускайте его, блядь. О, да. Можно, кстати. Твои, блядь! Это кто? Это ты что? Эльдар, мы его ранили. Сейчас перебинтую. Дикий, ты чё, совсем одичал? Бинтую, я бинтую, не бинтую. Дикий одичал, мне твой. Нет, ну я сначала... Кепка. Давайте добьем. Врага. Я помню, как мы кормили гнилыми яблоками. Смотри, он салом кого-то кормит. Отойдите подальше от желтого. Она кормила. Ебать, там
Блять, пацаны, я начинаю гранату кинул, бежим, блядь. Да ладно, блядь. Да ты шути, сука, блядь. Пиздец, как смешно. Ебанулся. Все поверили. Да я поверил, реально. Блядь, жалко, я не писал. Ты мясо не будем жарить? Ох, да? Ой, это Стас такой, что может на туре кинуть, блядь, гранату на раз-два. Смотрите, пацаны, на изи, видите, что у меня в руках? Смотрите. Граната. Что это в руках? Граната сейчас на туре. Да, да ты её не взводил. Что, не взвёл, что ли, блядь? Пиздец. Ладно, пойдёмте.